Если вы ошиблись и вам нужно быстренько распустить ряд, для машины Брайзер можно воспользоваться вот такой небольшой миниатюрной кареточкой Денит. Вот так она выглядит с противоположной стороны. И для машины Силлер тоже есть вот такая кареточка Денит. И выглядит она вот так. Отличаются они тем, что на обратной стороне для машины Силлер крепления выполнены под рельсы машины. Так, я ошиблась, и мне нужно быстренько распустить ряд. Устанавливаем на игольницу эту миниатюрную каретку, заправляем нить, ведем и распускаем. Посмотрите, как это быстро и как это легко. Не забывайте тянуть за распускаемую нить. Полотно распускается само собой. Таким образом, можно очень быстро, как вы видели, распустить ряд. Это действительно быстро, это действительно удобно. Поэтому вполне можно приобрести вот такую кареточку для машины Брайзер или для машины Силлер.